Наша первая находка на сегодня. В лесу нас встретили такие грибы, как императоры, пурпурно-розовые боровички, балеты. Местные называют их синяками. Конечно же, они червивые, ужасно червивые. Вот этот еще можно было бы обрезать. Видите, сначала желтый, потом зеленеет на изломе, синеет. Синяки. Балет пурпурно-розовый. Император, боровичок, синяк, синявка, как только его не называют. Гриб условно съедобный, а точнее условно ядовитый, даже если быть точнее, то есть он ядовит в сыром виде, поэтому обязательно подлежит отвариванию. Вода в первом отваре сливаться должна она быть, она будет очень темной. И внимание сюда! Что тут у нас видно? Это тоже император. Еще один попался. Видите, маленький. Сегодня мы открываем сезон грибочков этих. Начинается. Наконец-то мы очень долго их ждали. Крохотный, свежий. Необычный такой окрас у него. Немножко размок после дождя. Ну что, червивый, нет, как думать? Угу. Конечно, он червив. Немножко. Можно будет обрезать эти точечки. А так гриб ничего. Кладем. Идем дальше. И Вике удалось тоже найти еще один грибок. Страшненький такой. Весь корявенький под стволом стоит. Но он, скорее всего, конечно, тоже червив. Потому что он очень мягкий. Да, у него прям червивая ножка. Такой вот. Но мякоть видно, что чистая. Ну, видите, черви с голоду, грибов нет в лесу. И даже императоры едят. Вы видите то же, что вижу я. Один и два. На этой полянке только два, но это уже радует. Поменьше, но должен быть чистый. Да, достаточно крепкий. Неплохой грибок, увесистый. Такой раз и на полбаночки закатать будет. Прям хорошо, мне нравится. То есть слой потихоньку начинается. Размерчики впечатляют. Надеюсь, ты чистый. Ну, практически, видите, уже чуть-чуть начал пропадать. Ну, можно обрезать, конечно. Очень тяжелый гриб. По весу грамм 400, 100% будет. Шикарный. Я думаю, что он внутри будет точно чистым. Возьмем, конечно же. Такой экземпляр нам пригодится. Еще один удалось найти Виктории. Тоже рядышком, недалеко от этой же полянки. Вот такой вот экземпляр, который спрятался. Ну, достаточно свежий, хороший. Давайте проверим его на чистоту. О, мне кажется, он идеальный. Да, вообще классненький. Тверденький. О, классный, вообще чистый. Ну, поздравляю. Классненький. Чистая находка, класс. Как же они незаметно прячутся. Вот он, видно его. Чуть-чуть видно. Вот он, ура, еще один в мою коллекцию. Ну, отменный. Прям твердый-твердый. Угу. Замечательный. Вот этот 100% будет чистый. Хоть и кривоватый, но не всегда такие есть. Всегда кривые. Особенно первые экземпляры, которые лезут после сырости. В такую жару, как сейчас, засуха. После дождя сразу моментально все начало высыхать, трескаться. Грибы бедные тоже. Они любят такую погоду, как сейчас. Наши южные грибы растут только в такую погоду, только в такую жару. Ну, починил тебя. Вообще замечательно. Еще три красавца. Прям классно, прям супер, мне нравится. Угу. Тяжесть. Тяжеленькие, они такие увесистые. Да, частяк. Азарт появляется сразу грибной, потому что поначалу ничего ведь не попадалось половину пути. Ну ничего, вот он получше уже. Ножку пришлось срезать. Так, хорошенький. Класс. Сегодня будем закатывать. Да. Самые это наши... чистенький, прям хорошенький. Крепкий. Самые наши любимые грибы для маринада. Класс. А вот так выглядит труп императора. Не успел только появиться, как уже сдох. Печаль. Вот здесь красавец только-только лезет.
Странно, что они так прям лезут непонятно, наклоненно и падают. Экземплярчик такой тяжелый. Видите, его не видно почти, он уже какой большой. Прячется. Да, не часто они встречаются, но зато какие красавцы. 2 километра через один гриб, оно того стоит, конечно. Пускай и потресканные такие, но есть. Ассортимент увеличивается, теперь лисички начали попадаться. После дождика-то проклевывается. Уже ассортимент пошел. Одна, вторая покрупней. Ну, классно. Пара лисичек уже. Прямо на дороге, прямо на солнце. Посмотрите, какой вырос гигантус. У него даже ножка лопнула. Экземпляры больше моей ладони. Обалдеть. На 0,5 кило сразу. Ну, конечно, был бы еще чистенький. А я думаю, он будет чистый. Ха-ха. Размеры. Даже дотрагиваться страшно. Видите, как сразу чернеет от надавливания. Увесистый. Когда успели вырасти? Бомба. Вот это грибок. Ха-ха-ха. Но это еще не все, ребята. Здесь рядом еще есть. Его родственники. Надо искать всегда рядышком. Поворачиваемся от него. И идем рядышком, рядышком, рядышком. Посмотрите, какая семеечка. Как вам? Еще 4 из ларца. Хороший. Ух, скрипят как. Еще лучше. Да все частяки, посмотрите. Ой, вот это размеры. Обалдеть. Замечательно. Класс. За спиной громыхает гром. Жара, духота. Комары просто. Звери. А грибочки попадаются. Класс. И Вика нашла еще парочку тоже прям рядышком. Все поровну. Лесовичок одинаково всем дарит грибочки. И тут же рядом еще несколько. Вика кричит, еще нашла. Огромный просто. Сейчас мы эти быстренько заберем и отправимся к ней. Смотрите, какие манюнечки. Увидела один. А тут тройняшки. Смотрите, какие лопатусечки. Ну, придется всех забирать. А что делать? Вот тройняхи. Классные. Здорово. Бежим, бежим к Вике. Ого, размеры. Так, тут уже вон прямо испортились, фу-фу. А здесь просто красавец. Ну да, козырный. Какая нога, смотрите, да, размеры. По сравнению даже с моим ножом. Толстенный. Ладно, пусть сама срезает. Я ногой ты на еще один нашла. Да, тоже неплохой, но уже прям такой. А, тут два. Ой. Ну классно, ты красотка. Прям один маленький, другой шикарный большой. Видите там, какая нога. Но она чистая, хорошая. Везуха. А этот она не заметила? И он плохой. Да, порченый. Жаль. Ну и ладно, мне попался вместо тех порченных вот такой вот крепышонок. Классный. А, Вика меня догоняет. Надо быстрее срезать. И идти дальше. Прям боровичок. Нога такая классная, чистый. Вау, вау, вау. Какие молоденькие экземпляры. И семьями. 1, 2. Чуть повыше. Еще пара. Такие сочные. Ну, просто класс. Самый сок. Это не мои, это Викины. Идем дальше. Ух, у меня сегодня очень быстро садится батарея. Смотрите, один маленький. Мы его не будем трогать. А второй заберем, конечно. О, какой. Смотрите. Замечательный боровичок. Чистейший. Классный. Конечно, берем. 1, 2. Вода падает моя. 3, 4, 5, 6.
крайние сросшиеся. И это еще не все. Идем дальше, еще один нашла. Ах, как классно! Еще парочка. Даже нет, там не парочка. Там троечка. Обалденная. Идем вместе с вами дальше. Там 5, это 3, это 8 получается. А глаза-то ищут, ищут, ищут. Идем к ведру. К тому грибочку, с которого я начала. А вот же он, вот же он. 2. Итого 10. Согласитесь, класс. Шикарная. Ну класс. Все, лесовичок, уходим. Мне складывать уже некуда. А грибочки все сыпят и сыпят, сыпят и сыпят. А я без пакета, я только с ведерком сегодня. Не знаю, куда его же городить. Надеюсь, не рассыплю. Отличная ведерка. Оно просто неподъемное. Но грибы шикардосные. Ну что, друзья, заканчиваем сегодняшний сбор. Время еще 5 вечера. Мы зашли только в 3 часа дня, сегодня после обеда. За 2 часа удалось на разведке набрать вот такое количество грибов. Это была отличная разведка, просто наилучшая за последнее время. Уже начался дождь, поэтому мы поспешили домой, потому что на сегодня передавали штормовое. Слышите, да, как гремит дождь? Сегодня я все время проходила в этой сетке, потому что в лесу просто комариный ад. Они забились мне в сетку. Пшикайся, не пшикайся, абсолютно ничего не помогает, это бесполезно. Эти грибы растут только в такое время, в такую погоду, то есть в жару, в духоту, в комарином раю. То есть самое лучшее сегодня в нашей тихой охоте. Не прощаемся, еще небольшой лайфхак оставать. Вот такой вот итог у нас получился. Такой вот прям хороший тазик императоров пурпурно-розовых. Как вы видите, пока мы ехали, они, естественно, потемнели. Потому что от прикосновений, от того, что гриб с чем-то соприкасается, он начинает моментально чернить. Итак, для того, чтобы убрать всю эту синьку, нам понадобится обычная лимонная кислота. Перед тем, как грибы наши помыть, прям не стесняемся, посыпаем их. Немножко, много не надо. Лимонной кислотой. Не бойтесь переборщить, так как все это сейчас все равно вымоется, а потом будет вариться. То есть гриб у нас все равно пойдет весь в маринад. И с лимоном будет. И теперь попробуем все это залить холодной водой. Посмотреть, как на глазах наш гриб начнет светлеть. То есть лимонная кислота его начинает обесцвечивать. И стараемся очень быстро его вымыть, чтобы он не успел напитаться сильно влаги. Видите, как светлеет, сразу становится яркий, красивый. Когда будем его варить, также добавим лимонную кислоту немного в кастрюлю. И гриб тогда в разрезе приобретет лимонно-желтый оттенок и станет очень ярким и красивым.